Всего 2 недели назад здесь кипела жизнь. На сегодняшний день это все, что осталось от так называемого палаточного городка нелегалов, который много лет назад стихийно возник в гаражном массиве возле платформы «Мирная». По разным данным, в разное время здесь проживали от 15 до 100 человек. Среди остатков былой роскоши мы встретили 3 мигрантов. Сниматься на камеру они категорически отказались, но рассказали, что несколько недель назад сюда нагрянули правоохранительные органы. Как сообщили в мэрии, незаконные постройки ликвидировали 22 мая. По словам бездомных мигрантов, оставшихся за кадром, большая часть поселенцев ушла искать новое место обитания. Некоторые остались здесь, потому что подрабатывают в этом районе. Впрочем, можно предположить, что через какое-то время изгнанники вернутся. Благо, так называемый строительный материал остался на месте. Светлана Гордеева, Андрей Семочкин, Максим Юрисов. Специально для 63.ру.